Если видишь на картине нарисована река, или ель и белый иней, или сад и облака, или снежная равнина, или поле и шалаш, обязательно картина называется как? Пейзаж. Правильно. В шляпе человек похож на сказочника, что очень хорошо для детской программы. Вот шляпу снял, ты человек любой профессии. Шляпу одел, понятно, что человек будет рассказывать какие-то сказки. Коробки с карандашами, подснежник снег пробивает, мальчик в ручье пускает, корабли под парусами. Вы знаете, у меня такое очень радостное творчество, потому что музыка была отдушиной все время. Все мои самые веселые песни родились в грустные моменты жизни. Вот, никто меня по рукам не бил, ничего. Когда было грустно, я брал гитару, сочинял, и постепенно песни стали выходить за пределы квартиры, каких-то кружков, секций, попали на радио, в мультипликацию, в кино. Идею этой сказки, а может и не сказки, поймет не только взрослый, но даже кто? Карапуз. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите. Там, где идет строительство или подвешен груз, не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите. Там, где идет строительство или подвешен груз. Искусство – это великая сила. И снять сюжет вот так именно, чтобы человек задумался любой, и с той стороны, и с этой. И простой человек, и от кого это зависит все. Вот. Поэтому в своей телевизионной потом карьере, работе нужно, ребята, только на самые высокие ориентиры нравственные и художественные. Вот. Потому что телевизионные, особенно телевизионные работники, это люди, которые формируют общественное мнение, которые формируют вкусы, моду. И от нас очень много зависит, понимаете? Есть самые разные звери на свете, и у зверей есть, как водятся дети, птенцы и зверьки, и гаденыши, но нет некрасивых зверенышей. До завтра, до завтра, до завтра, до завтра, друзья. Мы будем счастливы, если мы снова увидимся завтра опять. Together, together tomorrow, my friend. We will be happy together tomorrow again. Самый классный институт — это хоров. Самый прикольный институт — это телевизионный радио институт — это